Так вот, всем приветствую. Поставил скутер на подставке, чтобы удобнее было делать. Ну, чтобы колеса на подвесе были. Можно было проверять, что там наделал. Вот таким макаром. Так. Что у нас здесь? Короче, при лучшем рассмотре оказалось, что здесь все перевернулось у меня. Конкретно. Когда перевернулся скутер, провода запутались конкретно. Резинки все вывернулись. Железка вывернулась. Дальше буду потихоньку отсоединять. Один контроль. Ну ладно, начнем. Начнем мы. Где-то здесь было. Вот он. Питание. Отключим. Здесь оно отключено. Отключим теперь с контроллера. Посмотрим. Сколько мне. А, не так. Не так я хотел. Отключить вот так. Отсюда лучше. Да, хочу предупредить. Штучки очень тяжело мне отсобачивать, открывать. Так что могу ругаться еще, извините. Так. Вынимаем питание. Пробуем, вернее, вынимать. Силы по-разному действуют. Собака. Одна хорошо отошла, другая никак. Раз. Ах, одну открыл, другая залезла. Так. Вот. Так. Питание отключено. Первый таз кормила. Ну тут и заболталось у меня. Так, надо питание тогда из того. Надо питание из другого отключить. Контроллера вот с этого. Так, где его провод-то? Ладно. Где тут плюс-то? Так. Вот оно питание. Сейчас мы отрубим. Нам подцепить их непросто, но зато надежные фишечки. Так. Да, отключили. Ух ты! Как выковыривать? Непонятно. Yeah.
Да. Засел конкретно. Не видать. Сейчас. Вытащим как-нибудь. Где-то у нас. Не вижу. О, все тут полетело. Все в куче. Страшно, да? Все развалится. Блин, застрял собака. Опа. Ох ты! Вытащил я питание. Повесить. Фух. Так. Давай сюда в сторону. Так, а вот так в сторону сюда. А, все это временно отрубился. Нажал случайно. Так, а его отведем сюда в сторонку. Да, я не думал, что у меня так все запущено. Все отключать. Придется в этой каше разбираться. Это каша, блин. Наверное, ручку газа. Ладно.